меня зовут Аня. Сегодня на моем канале будет такое видео, в котором я расскажу о своих школьных воспоминаниях, школьных историях. Это будет что-то типа рубрики, потому что я не могу все воспоминания сразу выложить в одно видео. Это воспоминания, они приходят не сразу. Так что данная рубрика, данное видео будут состоять из нескольких частей, но мы начинаем. И первая моя ситуация произошла где-то в классе втором-третьем. Мы с подругой вышли в туалет, на уроке, в туалет. Я не помню, от кого нам пришлось тогда прятаться, но мы спрятались между крайней кабинкой и стенкой. В том месте уборщица все время складывала баклажки с водой. И когда мы вылазили с того места, я нечаянно зацепила одну из открытых баклажек с водой, которая тут же перевернулась, и вода начала быстро оттуда выливаться. Мы с подругой убежали, но каким-то образом на перемене уборщица узнала, что это были мы. Вторая ситуация, которая опять же произошла в младшей школе. После уроков я оставалась на продленку, а моя лучшая подруга, с которой мы тогда разлили воду, уходила. И вот один раз родители не забрали ее вовремя, и нам в голову стукнула идея помолиться. Помолиться, чтобы родители оставили ее на продленку. И мы залезли под одну из последних парт и начали молиться. В итоге ее забрали родители, а я осталась в школе. И третья моя ситуация, которая тоже произошла в младшей школе. В нашем кабинете была гардеробная, куда мы вешали куртки и переодевались на физру. Там стояла желтая решетка, которая служила ограждением. Мы всем классом придумали развлечение на большой перемене. Лазить под парты и проползать под этой решеткой. В принципе, это было весело. Когда я училась в младшей школе, были очень популярны Вич, Тотали Спайс, Винкс, H2O, просто добавь воды. Так вот, однажды я и та лучшая подруга придумали, будто мы русалки и ходили по школьным коридорам вот так. Все норм! И еще одно смешное школьное воспоминание. В детстве я очень долго пережевывала еду. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, это было связано с тем, что у меня много выпадало зубов молочных. Так вот, я завтракала и немного опаздывала. А в тарелке даже половины не было съедено. Мама поняла, что это затянется надолго, и убрала еду. Приезжаем в школу, а я до сих пор дожевываю свой завтрак. Немного стыдно, но в то же время весело. Ну что ж, на этом все. Это были все мои школьные воспоминания, которые я вспомнила. Я надеюсь, что вам было весело и вам понравилось это видео. Если вам нравится такая задумка, то подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Когда я что-то вспомню, я обязательно сниму вам вторую часть, и третью, и четвертую, и пятую, если на то будет возможность, и если память что-то мне оставила. На самом деле, в школе было очень много смешных ситуаций, и я буду по ней скучать. Но я не унываю, потому что впереди у меня еще целая жизнь, и столько еще будет ситуаций, когда придется с чем-то прощаться. Так что я просто смирюсь с этим и буду продолжать учиться дальше. Ну а с вами была я, Аня. Пока!